Всем привет! Снова с вами Алиса Селезнева. В нашем общем деле бывает так, что день заладился как-то не так. Один клиент, который хотел что-то там посмотреть, приобрести, сказал, что не может. Кто-то не отвечает на телефонный звонок, кто-то заболел, кто-то просто передумал, не берет трубку. И вот тут нас цепляет такая пессимистичная нотка, и кажется, что да, наверное, это все-таки не мое, да и лучше зря я с этим связалась, и такая вот волна. Но в нашем деле есть одно мероприятие, которое может все эти негативные моменты сглаживать как резиночка, как ластик. Это мероприятие называется семинар. Что такое семинар? Я бы сказала, что семинар – это некое правило, некоторая система. Все мы с вами знаем, что в MLM-индустрии, в сетевом бизнесе, в бизнесе прямых продаж есть своя выработанная годами система. Она подразумевает много пунктов, но вот один из пунктов – это семинар. Для чего он нужен? Поймите одну такую маленькую вещь. Семинар – это правило, которое не терпит исключений. Это как правило дорожного движения. Все мы с вами знаем, кто водит автомобиль или кто переходит улицу, что если мы нарушим правила движения, то что произойдет? Правильно, произойдет либо ДТП, либо авария, либо что-то такое негативное, да? Также и в нашем деле. Если мы какой-то пунктик из этих правил убираем и думаем, сегодня не могу, в следующий раз как-нибудь сама что-то изобрету свое, не получится. Нет ни одного успешного сетевика, который бы не был человеком системы и не посещал семинары. Для чего нужны семинары? Семинары – это картинка видения. Когда мы общаемся на таком обывательском уровне, у нас нет четкого представления, нет тех людей, которые добились успеха, да, перед глазами. Может быть, перед глазами нет, но нету личного такого общения, нет эмоционального общения, что тоже очень важно, нет какой-то подзарядки, нет позитива. И вот это все открывается нам на семинаре. Я приведу такой образный пример, что когда мы знакомимся с какой-то компанией, начинаем в ней двигаться, мы видим такую щелочку в двери и смотрим все через призму вот этой вот щелки. Но когда мы приезжаем на семинар, перед нами распахивается дверь, и мы видим всю прелесть. На семинаре мы можем познакомиться с президентами компании, с сотрудниками, узнать новости, узнать перспективы развития, узнать систему, да, по которой предлагает учиться компания, двигаться вместе, познакомиться с вышестоящей линией, найти, в конце концов, единомышленников, которые будут на протяжении там, от семинара до семинара поддерживать. Это, знаете, как какая-то планерка, да, все, вот, кто работает на работе по, скажем так, от звонка до звонка, есть планерки, есть собрания, и вы попробуйте туда не пойти, что вам скажет директор? Он скажет, просто извини, раз ты не пришла, ну давай тогда я тебя уволю. Но почему-то, когда касается каких-то мероприятий массовых, да, в сетевом бизнесе, мы находим 1000 причин, 1000 отговорок, что у меня нет денег, у меня нет времени, меня не отпускает муж, жена и так далее. В компании, с которой сейчас я развиваюсь, в конце октября тоже будет такое грандиозное событие, оно еще будет юбилейное, это будет семинар. Я буду обязательно там и рекомендую это сделать вам. Для тех, кто только начинает, для тех, кто уже чего-то достиг, для тех, кто просто присматривается к компании, для тех, кто хочет познакомиться со мной, я приглашаю на это мероприятие. Подробности все будут немного позже, либо можем через личные сообщения, могу поделиться более подробной информацией. Поэтому принимайте правильное решение, ищите не отговорки, а ищите возможности. И до встречи на семинаре. Всем пока-пока!